Сегодня мы посмотрим топ-5 действий лучшего футболиста Кыргызстана 2019 года Гулжигита Алыкулова. На 5-м месте стоит его ассист в матче против Мозырской Славии. Получив сильный пас, защитник соперника имел большое преимущество в дистанции, которое он растерял. Потом уже хотел бы сфалить на Кыргызе, но тот устоял. Дальше Алыкулов качнул защитника и вложил мяч в левую ногу партнера. Тот с легкостью забивает гол. На 4-м месте у нас матч с Городеей, где Алыкулов выделялся качественным дриблингом и даже забил гол. Но мы выделили другой момент. Футболист получил пас примерно в 40 метрах от ворот и запер 9 игроков соперника в собственной штрафной площади. Нашел удобный пас на партнера, но в этот раз гол не получился. Против Гомеля футбольный клуб «Неман» играл очень уверенно. И Алыкулов солировал в этом оркестре. Судья минимум дважды должен был ставить пенальти за фол на Алыкулове, но не свистел. А дальше случилось необъяснимое. Гомель забивает чуть ли не в единственной атаке. После грубой ошибки правого защитника. А на 83-й минуте сдали нервы у капитана команды. И тот удаляется за неспортивное поведение. Казалось, любая команда и футболист уже поплыли бы, но не Гулжигит. Уже через 4 минуты он мог забить самый красивый гол чемпионата, ударив через себя, но мяч пролетел в метре от ворот. А на первой добавленной минуте Кыргыз обыгрывает свежего игрока Гомеля, и тот только с фолом смог отобрать мяч. Третий раз игнорировать нарушение судья уже не смог. Девяносто первая минута. Команда проигрывает и находится в меньшинстве. Кто же пойдет бить пенальти? Конечно же, 18-летний кыргыз, который умело разводит вратаря и мяч по разным углам. Но самый сильный соперник ожидал Алыкулова впереди. В матче против сборной Японии Гулжигит сделал 8 успешных попыток дриблинга из 9. В какой-то момент японцы начали просто фалить на Кыргызе, но даже с такой тактикой не всегда успевали за ним. После этого матча на него уже всерьез точно смотрели другие клубы и скауты. Ведь в этом матче ему противостояли не защитники чемпионата Беларуси, а футболисты Брюгге, Галатасарая, Саутгемптона и других крупных клубов. Самый впечатляющий перформанс Алыкулов выдал в матче с борисовским «Батэ». Он принял мяч около своей штрафной и, обыграв по пути 4 противников, доставил его в чужую штрафную и отдал отличный пас на партнера. Видео с этим проходом быстро разлетелось по интернету, а сравнивать Алыкулова с Месси начали все подряд. Пока же мы ждем, когда возобновится чемпионат Казахстана, чтобы увидеть очередную порцию качественного футбола от кыргызского вундеркинда. Подписывайтесь на канал, а в комментариях ответьте, какое действие футболиста, на ваш взгляд, могло бы попасть в этот рейтинг.